Итак, история Jaguar I-Pace значительно отличается от истории обычного автомобильного проекта. Она началась, когда я был техническим директором Jaguar Land Rover. Беседуя с Ральфом Шпетом, президентом компании, мы обсуждали автомобили будущего, в частности, электрический привод. Я предложил ему создать бескомпромиссный электромобиль. В рядовой компании подобный проект потребовал бы длительных обсуждений, но Ральф, очень дальновидный руководитель, принял решение мгновенно. Да, мы создадим такой автомобиль. И начинать можно было хоть завтра. К счастью, в нашем распоряжении оказалась высокопрофессиональная команда. Мы только что завершили проект гибридного спортивного суперкара CX-75. Возможно, вы о нем слышали. Мы разместили команду неподалеку, в кампусе университета в Уорвике. Все работали в одном помещении, чтобы сократить время на обсуждение и принятие решений. Мы продвигались достаточно быстро, так что весь проект от начальной идеи до первого воплощенного образца занял 4 года. Я считаю, это время было очень продуктивным. Все участники проекта работали не только самоотверженно, но и с удовольствием. И многие мне говорили, что это главный проект в их профессиональной карьере. И я думаю, что будущий владелец обязательно почувствует, что он управляет автомобилем, который создавался с удовольствием.